Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Иванов осмотрел инфраструктуру парка Мещерский. Здесь создан единый природный комплекс. Он сочетает в себе первозданность лесного массива и комфортное пространство для отдыха и занятий спортом. Глава округа отметил, что за 11 лет существования парк сделал огромный рывок вперед. В первый год после его открытия здесь было 800 посетителей, а сейчас их уже 7000.